21 веке везде есть своя реклама. Реклама алкоголя, реклама табачных изделий, реклама вообще разврата, реклама всего, чего ненужного. И даже реклама нестандартных семейных ценностей. Но мы против этого. Мы говорим православные, что нам есть чем гордиться и есть нам к чему стремиться. А именно, создавать семьи, рожать своих детей, ждать внуков и радоваться всему. Поэтому 28 августа, в субботу, Одесская епархия приглашает всех на эту соборную площадь, Соборная 3, возле Спаса Преображенского кафедрального собора, для того, чтобы огромной семьей собраться, одеться красиво, прийти с хорошим настроением и пройтись маршем семьи через Дерибасовскую к памятнику Дюка. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы пропагандировать семью, для того, чтобы напомнить, что семья – это счастье. Да, это трудно, но это счастье. Итак, 28 августа, 12:00, Соборная площадь, мы вас всех ждем. У памятника Дюка будет прекрасная программа для детей, для подростков, для взрослых. Хор «Миротворцы» исполнит прекрасные песни. Мы поговорим, помечтаем и всем заявим, что семья – это счастье. Мы вас ждем.